Всем здарова, чуваки! С вами Джел, и сегодня со мной Флэйзен. Мы играем в GTA 5 Online с обалденной рубрикой «Битва воров». Всем здарова! И сегодня, ребят, мы находимся в центре города, откуда и начнутся наши поиски крутых тачек. Мы на гольф-клубе выберем по 3 байка рандомным образом из вот этой огромной коллекции, чтобы сегодня на рандомных байках отправиться на воровство тачек. У нас есть как худшие байки, так и лучшие мотоциклы. И сегодня, ребят, напомню, что на поиске дано будет ровно 7 минут, поэтому нужно с Пашей нам найти 3 тачки для 3 испытаний. Это машина для гонки без правил, для гонки по внедорожью, а также для жесткого испытания «Последний выживший». Ну а я, ребят, пожелаю вам приятного просмотра, пожелаю вам приятного аппетита, если вы кушаете. Поддержите лайком этот обалденный видос, и я уверен, нам сегодня повезет с крутыми тачками и с байками. Ну а также, ребят, не забывайте нажимать красную кнопку «Подписаться», чтобы не пропускать новые видео, которые выходят каждый день. Ну а мы с Пашей погнали выбирать байки и отправляться на воровство тачек. Ну и, ребят, давайте начинать нашу обалденную рубрику. И первым этапом нужно выбрать нам 3 байка, чтобы сегодня воровать на них крутые тачки. У нас сегодня как лучшие реактивные опрессоры, так и худшие вообще самокаты, велосипеды и BMX-ы. Так что я не знаю, кому что достанется. Я охренею, если достанется первый, второй и третий байк мне. Я просто как черепаха буду есть. Ну я и говорю про это. Ладно, Паш, давай посмотрим, что тебе достанется, а потом уже посмотрим, что мне достанется сегодня. Итак, 8 байков слева, 8 байков справа. И мы спрашиваем у Алисы число от 1 до 8 для Паши. Готов? На чем ты будешь искать первую, вторую и третью тачку? Итак, ребят, спросим для Паши число. Алиса, назови, пожалуйста, число от 1 до 8. Алиса, давай-ка мне опрессор МГ2, потом тачку из Аренова. Выпало число 4. 4! Раз, 2, 3, 4! Это квадроцикл! Неплохо. Он такой, знаешь, среднячок. Ладно, ребят, осталось 7 байков у Паши. Итак, Алиса, назови теперь число от 1 до 7. 7 это мое любимое число, Алиса. Давай, число 7. Число 6. Блин! Байк из Арены Вар! А что у тебя такая жесткая коллекция сегодня получается? Смотрите, квадроцикл, байк из Арены Вар. Ну, Алиса, хотя бы, пожалуйста, хотя бы BMX ему выбери, чтобы он как-то. Ехал сегодня 10 минут без колтачки. Ладно, Алиса, назови число. Получается, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Назови число от 1 до 6. Алиса, давай-ка число 6. Один, еще пожалуйста. Раз. Ну-ка. Выпало число 1. Да! Есть! Она меня услышала, это число 1. Все, ты Паша последнюю тачку будет искать на медленном самокате. Ты че, Пашка, вниз откнулся? Короче, на самокате. Ладно, ребят, надеюсь, мне сегодня повезет и турбо-коллекция сегодня достанется. Хотя я больше всего не хочу трицикл. Вот лучше дайте мне BMX, но трицикл я не хочу, он переворачивается. Итак, Алиса, назови число для меня от 1 до 8. Давай-ка трицикл как раз-таки. Это у нас число вроде 8, как 6. 6. Число 3. Велосипед! Ну, хотя бы не трицикл, это хорошо. Ладно, следующий байк. Итак, Алиса, назови число от 1 до 7. Алиса, давай-ка ему число 1. Вот самую фиговую коллекцию. Число 6. Да, а, ну 6. Слушай, смотри, у меня тоже байк из Арены Вар достался. Ребят, кто не знает, у этих байков есть турбоускоритель. Это нитро получается. А еще они прыгать умеют. Ладно, остается у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6 байков. Ой, что так близко поставил. Короче, ребят, спрашиваем. Алиса, назови мне последний мотоцикл от 1 до 6. Алиса, давай-ка число 1 ему. 1, 1, 1, 1, 1. Выпало число 2. Да! Вы чё издеваетесь? Ребят, это жесть. Сегодня будет у меня самая медленная коллекция за всю историю битвы воров. У меня сегодня один мотоцикл и 2 велосипеда. Ну, хоть нормально. И самокат. Я себе почти предсказал, что у меня тройная коллекция будет из 3 тачек. Ладно, ребят, теперь мы засекаем с Пашей ровно 7 минут. И вот именно на вот этих выпавших байках должны найти себе 3 машины, подходящие к испытаниям. Итак, первое у меня было это велосипед. Ну что, Паш, ты готов? Раз, конечно, два, три, погнали! Время засек. Охренеть! Тебе сегодня вообще повезло с коллекцией. Слушай, да, обычно мне везет, мне самые крутые байки выпадают. Ладно, первым делом, ребят, нужно найти 3 тачки. Это для гонки без правил, для гонки по внедорожью и для жесткого испытания последний выживший. О! Кстати, я уже знаю, что чаще всего встречается в городе и что можно очень. О! Пожарную машину. Ну, пожарную машину. Машина. Блин, была бы толкучка, я бы на толкучку ее угнал бы. Ладно,
смотри. Я пока ничего чего? Не вижу. Ничего не видишь? Да, самое, что я хочу угнать больше всего, мне кажется, вот для последнего выжившего, как думаешь, что подойдет? Мне кажется, инкассаторская тачка, они же бронированные, да? Инкассаторская? Да, а либо полицейский. Полицейский фургон. Какой мотоцикл? В смысле? Бэтцикл! А ты его не найдешь, это невозможно. Он только очень. У бандитов только очень редко спавнится. О! Подземная парковка! Я не знал, что она открытая! Ребят! Может, там найдем сейчас крутой внедорожник для гонки? Ничего ты там не найдешь! Ни хрена себе, тут даже лифт есть! А я сейчас никуда не отправлюсь! Ой! Ребят, я тут никогда даже не был! Я уже испугался! Так, а парковка? Слушай, откуда такая парковка здесь? Я не видел никогда ее в жизни. Что ты там нашел? Тут какая-то подземная парковка, прикинь. Слушай, зато я сейчас на пляж отправился. Здесь очень много разных внедорожников. Блин, вот можно найти крутой внедорожник, например, либо крутую тачку где-нибудь. Ну, на где-нибудь киностудии, где? Кстати. Ну, я поеду на киностудию. Да, вот там, может быть, кстати, крутые тачки находятся. Ребят, быстренько разгоняемся на своем велосипеде. Ну, я на нем минут 10 ездить буду. А я в богатом районе катаюсь. Где? В богатом? Я в богатом, да-да. А, ну подожди. Тут Волтик есть. Волтик? О, кстати. Блин, это реактивная тачка, считай. Ну, нет, ну Волтик, можно угнать. Волтик, смотри, припаркованный. На него поставить турбоускоритель. А где кино? А, вот же киностудия. Ну-ка, ребят, пожалуйста. Ой, вот у тебя бэцикл тут будет. Бэцикл! А, блин, бэцикла нет. Блин, тут этот, инопланетные машины только стоят. Что за кино? Это инопришеленцы опять. Вот это, ребят, это еще самая фиговая тачка. Ой, чувак, прости, напугал тебя. Короче, а, да, вон инопланетянины. Здорово, там тачки вы потеряли свои сверху. Короче, почему не стоит брать вот эти инопланетные тачки, ребят? Они, это обычные медленные баги, мы когда-то их уже воровали, но на них просто приделали мусорки какие-то, мусор понаклеивали, и типа они инопланетные. Реально? Да, это на самом деле муляж. Это все не настоящее. Слушай, я первым делом, наверное, отправлю все-таки на пляж и на пляжу найду себе крутую тачку. А я возьму Rocket Волтик, точнее Волтик. Ты уже Волтик нашел? Да, Волтик. Да, смысл, да, это же реактивная машина. Нет. Ребят, я тоже хочу Волтик. Короче, быстрей, ищем Волтик. Если я нахожу Волтик, я его себе забираю. Не взорвешь. Так, блин, это Волтик. Блин, это не Волтик, это Audi R8. Короче, стопудов. Где? Что это такое? Трактор? Трактор на пляжу? Стопудов где-то на пляжу должен быть Волтик. Волтики — это же кабриолеты, такие летние тачки. Поэтому, ребят, нужно все внимательно осмотреть, просмотреть и найти крутую тачку. Ну смотри, Паш, уже прошло у нас 3 минуты. Я еще без единой машины. Короче, все, я ускоряюсь, беру почти первую попавшуюся тачку, если хорошая подойдет к испытаниям. Ну-ка, давай, ищи. Вот парковка есть. Это что? А, блин, это обычный джип. Да ничего, он такой каркас торчал, я думал, прикольная машина. Короче, я нашел целую кучу автомобилей, только они, правда, припаркованных нету тут. Ну смотри, я, кстати, внедорожник еще один нашел. И вот тут есть бензовозы. Ладно, ребят, давайте уже угоним первую машину. Это будет, наверное, вот этот внедорожник. Мне кажется, он для гонки по бездорожью офигенно подойдет. Да, кстати, прикольный. Давай. А если прокачать, поставить гигантские колеса, например, от Бигфута колеса, то это просто пушка-гонка будет. Нельзя. Вау, нифига себе, почему это нельзя? Тюнинг это не запрещается. Да, конечно. Ты сейчас, кстати, охренеешь, какой у меня внедорожник, он довольно здоровый. Ну-ка, ребят, все, осталось найти нам испытание для испытания гонка и для испытания последний выживший. Блин, я еще ни разу инкассаторскую тачку не находил. Это, кстати, фигово. О, кстати, я ее видел один раз. Видел? А где видел? Только подскажи. Возле банка видел. Возле банка? Ребят, сейчас поедем в банк, угоним инкассаторскую машину. Да. Стойте, смотри-ка. Там Паша уже привез себе первую машину. Это, получается, Волтик. И он хочет на него ускоритель поставить, чтобы это был Rocket Волтик. Ну, естественно. Блин, ну это жестко. Ладно, посмотрим, у кого сегодня коллекция будет круче, потому что у нас половина времени прошло. А где мой... я не понял. Ты мой байк угнал, что ли? Смысле, твой байк? Ты на фиолетовом байке катаешься, да, я понял? А, я понятно. Твой байк забрал. Да, меняешь. Я вижу, ты мой байк забрал какого-то фига. Баклажановый, фиолетовый. Охреневший вообще. Нормально, ребят. Чон, так, а ну иди сюда, я тебе сейчас отомщу. Нет, иди сюда. Короче, ребят, туда. Нужно этим байке нам отправиться на самое жесткое место. Банк! Он в центре города находится. Так, нет, ребят, нет, где-то не, здесь, не где-то здесь точно должен быть банк. А, кстати, вот же еще полицейский участок есть недалеко. Так что можно и броневик найти для последнего выжившего. Если что, ребят, кто не знает, что за испытание «Последний выживший» — это испытание, в котором нам придется уворачиваться и выдерживать выстрелы военных и танков. Кого первый военный нас сегодня взорвут на военной базе, тот сегодня и проиграет. Поэтому нужно найти максимально
бронированную тачку. Да блин! Я вообще... Что о, такое? Парковка, кстати. Я вообще ни одну машину еще бронированную не нашел. Так, блин. А может, на пляж ездить, слушай? На пляжу? Ты что? Да, я поеду на пляж. Сейчас бы на пляжу искать тачки, кстати. Не, на пляжу я был, там только... Ну, кстати, там вот много внедорожников. Ну, в принципе, можно. Ну, не знаю, ну, короче, да, отправляйся на пляж, я пока еще проверю. А, я же еще парковку не проверял в киностудии, блин! Или проверял. Подожди, ну, давай, ребят, давай, что-то проверяй. У меня память дырявая. Так, а! В смысле? О, квадрик! Тут впервые нет ни одной тачки. Тут всегда военные внедорожники стояли, блин! А, реально? Да, я отвечаю, на киностудии нет ни одной тачки. А я квадрик гелик, пока забираю. Гелик. Охренеть, у меня времени вообще на исходе! Ребят, ладно, давайте хотя бы баги угоним. Ну, космическая баги, она... А, подожди, а где? Нормально, что космическая такое? Баги! Джокер! Оп, здоровье! Ребят, тут съемки Бэтмена! Ну-ка, мистер... Ой, я его убил. Я убил актера! Я случайно, я хотел напугать ты, его. Ты что сделал? Ребят, я Паш, знаешь, я нашел? Я нашел Бэтмобиль на киностудии! Все, у меня есть первая тачка моя. Бэтмена, я причем поехал тебе. Реактивно, мне нафиг не нужен твой Волтик, Паша. Аккуратно. Не-не-не, там, кстати, там еще какие-то тачки стояли, да, вроде. Кстати, так, тоже быстрее, с пулеметами быстрее, вроде. Подожди, можно еще угнать вторую тачку, да, они как раз там с пулеметами стояли. Ребят, так, надо быстрее найти, перевести мой Бэтмобиль и забрать ту вторую тачку. Там стояли три машины, короче, это машины Джокера или кто такие. Короче, Джокера. Съемки Бэтмена мне очень нравятся, ребят. Так, аккуратно привозим свой Бэтмобиль реактивный. И теперь нужно реально забрать последнюю машину. Блин, я не успею, у нас остается... Ой-ой-ой-ой-ой, у нас остается 19 секунд, Паша. Ой, это плохо, я забираю инкассаторскую тачку. А ты что, инкассаторскую нашел? Да-да-да-да. Нет, ребят, время на исходе, быстрее. А что мне брать-то? Слушай, я твой самокат угоню, ты не против. А, так, ты что? Все, ребят, быстрее, газуем, шлифуем. Нужно найти, ребят, любую тачку, быстрее. А, какую машину брать? Припаркованную, все, берем первую припаркованную машину, это лимузин. Нет, что нет, там? Нет. Охренеть. Я на лимузине сегодня буду в последнем выжившем. Да вы издеваетесь. Нет. Охренеть, ребят, мне пришлось взять первую попавшуюся тачку, потому что время вышло. Ну, если что, первую попавшуюся припаркованную машину, потому что можем орать только припаркованные тачки. Ребят, это жесть! Мистер лимузинчик едет, Паш, к тебе. Неплохо, давай. Это капец. А как я буду сегодня ворачиваться от танков на этой сосиске? Здорово, негодяй. Здорово, сосиска. О, инкассаторская машина. Не, ну слушай, мне кажется, ну хотя, в принципе, чисто логически победить я все-таки смогу, мне кажется. Ладно, ребят, смотрите, сегодня у меня коллекция из лимузина, из Бэтмобиля, а также из вот такого крутого внедорожника. У Паши сегодня инкассаторская тачка. О, Волтик получается. И этот, квадрокоптер. Ну слушайте, ребята, напишите в комментариях, у кого коллекция получилась круче. Блин, я не успел тачку из киностудии забрать, там с пулеметами стояли еще эти такие тачки Джокера. Ладно, пофигу, такая коллекция тоже сойдет. Ну что ж, тогда мы ее прокачиваем, тюнингуем и переходим к первому жесткому испытанию. Ну а мы, ребят, уже прокачали свои первые автомобили и приехали на первое жесткое испытание. Это у нас, ребят, будет сегодня боулинг. Мы с Пашей так подумали, так как мы оба нашли реактивные машины, то решили заменить место гонки без правил, провести реально боулинг. Просто с помощью ускорителя будем закидывать вот эти тачки как можно дальше. И посмотрим, у кого тачки мини-куперы улетят сегодня дальше и кто получит 1 балл. И, кстати, ребят, давайте вам сегодня, знаете что? Правило, кто хочет получить сердечко. Я вам не буду ничего говорить, писать, просто загадаю загадку. Какой мой любимый цвет? Вот кто отгадает загадку, ребят, тот тому и поставлю сердечко в комментариях. Ну все, Паш, давай, ты будешь сегодня первый катапультировать машины, давай. А я посмотрю на тебя, как ты это сделаешь. Во, чисто, это, представим, что машины это сердечки, я их буду пулять, давай. Раз, так, два, раз, три, двое, погнали, три, давай. Пэл. О, ни хрена себе, а, нет, неплохо. Ну фиговая попытка, хотя она на колесах едет. Стой. Она еще едет, прикинь. Нифига. Чего? Да, она доехала, короче, до вышки, считай, вот напротив вышки стоит. Ничего ну, себе. Слушай, я готов засекать твою вторую попытку, так что можешь приготовиться и катапультировать ее. Давай. И пау! О! Куда она полетела? Она вообще в космос улетела. А где она? Она не взорвется? Я не вижу. А, вот не, она. Нормально. Паш, что-то у тебя силенок маловато, каши мало ел, видимо. Давай, ну, да. Третья попытка, самая последняя. Мне интересно, раз, насколько далеко улетят мои ядра. Давай. И бам! Оп. Воу, это самая жесткая. В смысле, она на колесах поехала? Ребят, куда она поехала? Ну-ка, преследуем тачку. Ну, слушай, мне
мне кажется, самая жесткая попытка это была у тебя первая. Хотя они наравне. Нет, да, наравне. Смотри, первая и третья, они чисто у тебя наравне получается. Вот тут тачка и вот тут тачка. Ну что, ребят, моя очередь катапультировать тачки. Погнали посмотрим, смогу ли я побить рекорд Флейзина. Ну а мы, ребят, уже подготовились. Паша, я приготовлюсь к своему первому броску, и это будет у меня первый мини-купер. О, стой! Давай, ладно, давай. Ладно, я там заметил то, что кое-что мешает, там столбик маленький напротив тачки. Ну что, ты готов? Все, конечно, засекай тачку, как далеко она улетит. Раз, да, да, да. Два, три, погнали! Воу! Подожди, подожди! Нифига себе, она отлетела! Ребят! У нее все открылось! Вот это точно новый мировой рекорд. Ну-ка, еще две попытки у меня есть. Она там что-то... А во что она там врезалась, ты не видел? А бордюр. А бордюр? Ребят, да, да, она да. просто у меня отлетела от бордюра и еще дальше улетела. Ну что, я попробую с разгона. Готов засекать? Давай, раз, давай. Два, три и сзади хоп. Пяу! Ой. Ой! Ой, куда она улетела? Она на Луну полетела, смотрите! Вот, далеко-далеко, высоко! Офигеть! Отвечаю, у меня самый крутой автомобиль! Слушай, я даже не знаю, что с этим делать. Она дальше, чем первый, ты чё? Да ладно, ну-ка, я попробую сейчас вообще через весь аэропорт, через всю военную базу перекинуть последнюю машину. Готов? Раз, два, три, бау! Ой, фиговая попытка. Сейчас самолет забью, смотри! Не, это самая худшая попытка, нет, самая фиговая. А где моя вторая тачка? О, вот она. О, нет, подожди. Самая лучшая попытка. Серьезно? Она на колесах едет. Давай, давай, давай. Офигеть. Ребят, новый мировой рекорд. Третья попытка самая удачная была. Ну, Паш, поздравляю, у меня сегодня 1 балл. Я поздравляю сам себя. Получается, счет уже 1-0. И погнали ко второму нашему испытанию. Ну, а второе, ребят, испытание на следующих внедорожных тачках. Это будет гонка по бездорожью. Смотрите, я нашел сегодня на заправке вот такой джип, а Паша угнал с пляжа квадроцикл. Нафига квадроцикл, да, да, тебе? Не знаю, но это не тачка даже. Ладно, на ладно, тебе. Ладно, ты что, офигел, что ли? Раз, два, три, погнали. Вот погнали. Так тебе все не проедешь. Ты чё, давай, давай. Все, да, я думал тачку взять. Кстати, я ж не могу пихать, толкать, ты мне еще ничего не сделаешь. А даже. Я тебя буду бить. Да, вот конечно. Бам, бам, бам. Давай, давай, давай. Смотрите, ребят, мегатрюк. Перелетаем вот этот автозак, или как он там называется. Это бензовоз. БелАЗ, да, я забыл, как называется. Короче, иди сюда. Иди сюда, какаха. Я тебе сейчас в багажник засуну, буду тебя в багажнике катать. Опасно. О, мелкая, смотрите, сопля зеленая, вот она. Здорово! Блин, не получилось протаранить. Ну ничего, я сегодня победю тебя стопудов, потому что у меня, ребят, самый, наверное, большой внедорожник, который я когда-либо вообще находил. Да, конечно, ты где там? Подожди, по идее. Я думал, ты меня сегодня победишь в этом испытании, потому что у тебя квадроцикл маленький, легкий, быстрый. Оказывается, внедорожник. Внедорожник-то круче. У меня внедорожник фиолетового цвета. Кстати, ребят, напомню, кто напишет мой любимый цвет в комментариях, ну, кто его вдруг знает откуда-то, я не знаю, откуда вы можете его знать. Но, ребят, поставлю вам сердечко в комментариях. И давайте так, 2 часа. 2 часа работает эта акция. Так что успейте реально отгадать загадку. Вау, космолет, ты куда сокращаешься? Я тебя накажу сейчас колесом. Я не сокращаю. Колесом по лбу заряжу. Так, ребят, тормозим. Ой! Все, механа, назад, вперед. Здорово! Так, здорово! Ну и что-то ты меня не можешь скинуть, не толкнуть, ничего я сделать. Я догоню. У меня вообще он почти бронированный. Нет! Стой! Третий, второй балл у меня будет. Нет, давай! А все-таки коллекция получилась сегодня, ребят, круче у меня, потому что я второй раз уже занимаю первое место. Это жесть! Ну что, счет 2-0, смогу ли я тебя победить сегодня в сухую? Это мы сейчас и выясним в последнем жестком испытании. Ну и, ребят, как вы видите, мы пересели на свои последние автомобили. У Паши бронированный, блин, инкассаторский инкассатор, или как он там называется. У меня лимузин, пришлось брать первую попавшуюся тачку. Вау! Ну хотя у меня тоже нормальная машинка. Я ее прокачал по максимуму, так что у меня даже колеса пулестойкие, чтобы мне не прокололи их. Короче, проверим все, кто в последнем выжившем, ребят, займет первое место, потому что, напомню правила, кто останется в выживших, точнее в живых, тот сегодня получит 1 балл, а кто первый взорвется, тот проиграет. Так, у Паши шансов больше, у него давай, хотя иди бы сюда. А давай проверим сразу. Иди по танк, проверим, сколько выстрелов ты выдержишь. Да, давай. Ой, инкассаторская тачка. Это был мой план ее найти вообще, а не твой. Так что, ребят, быстро. О, самолет. Ну-ка, в самолет я смогу запихнуться. Самолет, открывайся. Ой. Ай, блин, не открывается, я только тачку погнул. Так, сматываемся нафиг. А блин, я на крыше буду. Лимузин, он вообще максимально длинный, и в него очень легко попасть. Вот это самая неподходящая машина. Где?
Вот, стой. Уже выезжает. Где? Я лучше буду прятаться. Я к себе, пожалуйста, приеду, так, аккуратно. Главное, чтобы танк... Ребят, валит нафиг, вон стреляет танк. Как в тире, блин, я летающая такая мишень. Так, нет, танк. Я буду так же на крыше, но лучше спущусь. Давай, еле. Ух, я за камни спрятался. Ух, ребят, повезло. Там реально два танка катаются, меня чуть не подстрелили. Ты че, Ярик, водила врезался. Так, ребят, нужно прятаться за самолетами, за вертолетами. За самолетами. Я не увидел. Все, я вот тут. Ребят, нафиг надо. Короче, если танк подъедет... Уди! Нет, это моя нычка! Это моя нычка! Ладно, где они? Я тогда в ангар! Ты видишь? А вот он, смотри! Вон, справа! Так, вон они катаются! Главное, чтобы Паша их сюда не привел, а то это будет очень-очень фигово. Все! Я в ангаре! Взорвал! А, это не ты взорвался, это другой. Не, ты чё? Ребят, перепрятываемся вот за этот ящик. У меня кажется, он максимально бронированнее, чем самолет. Опа! Насквозь прострелили! Пробили! А ты живой? Я да, живой. Охренеть! Ребят, получается, Паша зарабатывает свой первый балл за это испытание. Еще становится у нас 2. Офигеть, ты бронированный. Еще становится у нас 2-1. Получается, Паша занимает второе место, но у меня сегодня первое победное место. Ну а по окончанию видео хочу сказать спасибо тем ребятам, которые пишут комментарии под моими видео. А если ты хочешь сюда попасть, то просто оставь свой коммент. Ну что ж, ребят, а на этом видео подходит к концу. Если вам понравилось, поддержите его лайком, а также напомню, напишите в комментариях отгадку на загадку, какой мой любимый цвет. Ну а с вами сегодня был Джел Флессин. Ссылка на Пашу будет как то в описании, не забывайте переходить и подписываться на него тоже. Всем удачи, ребят, всем покедова! Всем пока, народ!